В Красногорске открывается фестиваль спортивного кино. Действительно, для нас это праздник, потому что в любом случае это важно. Важны победы в спорте, потому что победы в спорте стимулируют к дальнейшему развитию. И побеждают только сильные. И мы хотим, чтобы наша Россия сегодня выглядела особенно сильно. Открывается 20-й юбилейный фестиваль. И, конечно же, я думаю, что жители нашего городского округа смогут посетить кинопоказы, увидеть первыми многие премьерные фильмы. И, конечно же, мы ждем аншлага на всех наших мероприятиях. Сегодня в ДК Подмосковья открывается неделя спорта и кино. Традиционная неделя, которую мы наполняем показом кинофильмов, конкурсной программой, мастер-классами, встречи с актерами театра, кино и, естественно, с олимпийскими чемпионами. Сегодня на сцене у нас, как всегда, наш друг, наш товарищ, ведущий нашего кинофестиваля Дмитрий Губерниев, который рассказывает о всех членах жюри, показывая их на экране и называя их тех, кто будет действительно судить наши фильмы. Выступает Ирина Роднина, бессменный президент нашего фестиваля. В зале у нас находятся участники кинофестиваля, которые представляют фильмы на нашей конкурсной программе. Сегодня мы показываем фильм «11 молчаливых мужчин». Это фильм о футболистах, которые в 1945 году поехали в Англию и с разгромным счетом победили все команды, которые им предрекали полное поражение. Все думали, что Россия не справится, не победит, но, как всегда, мы оказались правы и победили.